Семена фиалки рогатой Edmore Yellow Blotch, Edmore Yellow Blotch, выращиваются из-за необычайно красивой окраски бутонов. Многолетники совсем не требовательны в уходе, любят плодородные почвы, хорошо развиваются на солнце или в полутени. Зацветают одними из первых на клумбе, уже в конце мая радуя нарядным видом. Кустики вырастают невысокими, около 10 см, разветвленными, аккуратной шаровидной формы. Цветение происходит на протяжении почти всего июня. Бутоны яркого желтого цвета, в серединке темно-коричневые с редкими лучиками, расходящимися от сердцевины. Фиалка рогатая Edmore Yellow Blotch – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок, миксбордеров, альпинариев. Фиалка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания фиалки прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает фиалка рогатая Edmore Yellow Blotch в месяц май, июнь. Интересные цветы фиалка могут быть до 3-4 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.